Компания Kia готовит обновленный седан K5, о чем свидетельствуют первые шпионские фотографии прототипов, которые проходили дорожные испытания в Южной Корее. Спрос на седан падает с каждым месяцем, поэтому рестайлинг для модели будет даже очень кстати. Пока прототипы закрыты тяжелым камуфляжем, однако уже можно выделить некоторые детали новинки. В передней части обновления коснутся головной оптики, решетки радиатора и бампера. В профиль серьезных изменений не ожидается. А на корме главным новшеством станут оригинальные фонари с клыками по краям. Фотографий интерьера пока нет, но ожидаем увидеть точечное обновление салона и расширение списка оснащения. Под капотом, скорее всего, сохранятся все нынешние моторы, включая газовые, бензиновые и гибридные агрегаты. Премьера новинки состоится уже в этом году. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!